Почему проиграл? Я тебя выиграл 16-13 уже. Нет, ты Да. проиграл. Да, выиграл тебя. Ты еще не пошел на мой сервер. Это даже не мой сервер, это сервер Абдулова. Знаешь такого? И тем более, и тем более я говорил, и тем более я говорил. Года, да? И тем более говорил, что без пиктов. Да все, выйди нахуй, чему ебаная, я уже время на тебя не хочу тратить. Хорошо, ну, хорошо. Не похуй. Ты все, ты проиграл. Какой, каким-то бичевским стаком вас отрейпили. Да, 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 да. Вот и рейпил, ёпта, Илюха. Ты помнишь, как ты играл, ты 3 раза проебал. Да, Илюха, Илюха пидораскин. Ты снова ванни, это правик алкоголик. Вот этот вот альбом легенды станет, как Декроник. Ты читаешь, как позорник, я читаю, да, как мастер. Ты один боишься ночью, ну вот чё ты, чел, за гангстер. Я скажу вам откровенно и без всяких фрейбонов. Если речь идет о рэпе, то поверьте, мы взъебем вас. Это первый номер, но не белорусский адрес. Это стиль германский, гомбой, слышь, я чисто русский ганец. Пусть там кто-то скажет, Ваня, смахивать на турку. В моей курсе нации твоя круг мягкая, как губка. Тебе не нравится мой стиль, чувак, иди отсюда. Пойми, что я не философ, и вот это не литература. Я не могу понять, парень, что ты там прохрюкал. Я беру майк и читаю строки, как компьютер. Вот подумайте сейчас сами, вы не конкуренты, парни. Всякие куколки сейчас стали делать комплименты Ване. Когда-нибудь ты узнаешь свое место, хейтер. Это мое дело, я из другого теста слеплен. Твои диссы, колбой, ты нам мозга не мучай. Тебе не нравится наш рэп, ты сам тогда не слушай. Я не хочу вас видеть, нет. Он все бы пацана.